столице татарстанской метрополии открылась выставка, посвященная старинным храмам. Помочь посетителям экспозиции глубже узнать историю своего края и пробудить интерес к храмам, которые еще ждут своего восстановления – такова цель проекта. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан состоялось открытие выставки работ фотографа Андрея Вячеславовича Черенкова «Православные храмы и памятники Казанского края». Открыл мероприятие сотрудник музея, кандидат исторических наук, преподаватель Казанской духовной семинарии Анатолий Елдашев. В своем приветственном слове к собравшимся он рассказал о важности сохранения архитектурного богатства, которое оставили нам наши предки. Далее от лица главы Татарстанской митрополии, митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия, к гостям выставки обратился настоятель архиерейского подворья в честь Богоявления Господня иерей Дмитрий Фомин. В своем приветствии отец Дмитрий передал слова благодарности и благословения владыке митрополита, автору вернисажа, и пожелал ему помощи Божией в его трудах на благо сохранения в сердцах людей исторической памяти. Храм сейчас устанавливается, и фотовыставка это отображает. Мы видим несколько храмов в лесах, и какие-то храмы уже действительно приобрели благолепный вид. И действительно, перед нами очень-очень большая работа предстоит. Что есть храмы, это не просто какие-то здания, это не просто что-то разрушенное, да, или руинизированное, но это, скорее всего, некий такой, как бы показатель нашей нравственности. Насколько наша нравственность сейчас высока, мы можем действительно оценить по этой выставке. Что да, есть предпринимаются какие-то попытки о том, что восстанавливаются какие-то отдельные здания. Но в целом картина, конечно же, остается все такой же удручающей и действительно сложной. В своем ответном слове Андрей Вячеславович поблагодарил владыку и гостей выставки за внимание к его трудам. В конце церемонии открытия перед посетителями с небольшим концертом духовной музыки выступил малый состав хора Казанской духовной семинарии. В выставке представлены фотоработы, посвященные сельским храмам Татарстана, построенным до 1916 года. Данные работы призваны обратить внимание общественности на то, что в современном Татарстане, помимо восстановленных и отреставрированных храмов, есть немало и таких, что и по сей день, к сожалению, находятся в плачевном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации.